Хочу выразить, поблагодарить, во-первых, всех депутатов, поздравить их с избранием депутатами 6-го созыва города Сосновоборска. Хочу выразить особую благодарность депутатам 5-го созыва за их большой вклад в развитие нашего замечательного города Сосновоборска. Депутатам 6-го созыва взять на вооружение весь накопленный опыт депутатами 5-го созыва, чтобы все жители города Сосновоборска знали своих депутатов, и чтобы, когда мы обращаемся к жителям, они могли ответить: «Я знаю лицо своего депутата, да потому что он, мой депутат, лучший, один из лучших депутатов города Сосновоборска». Вот так должно звучать от жителей города Сосновоборска. И пользуясь случаем, я хотел бы вручить знаки, значки, или знаки, как их правильно называют, тем депутатам, которые вновь избраны. В этом мне поможет Борис Михайлович. Так, значок.